Продолжаем программу. Сотрудники налоговой милиции задержали очередную партию контрабандного алкоголя и табачных изделий. Склад нелегальной продукции нашли в гараже жителя Орджоникидзевского района. Только сигареты изъято на 409 тысяч гривен. Еще на 18 тысяч брендового виски. Весь товар попадал на прилавки магазинов в обход уплаты налогов на акциз. В данный момент по данному факту ведется следствие.